два столбика, это регулируемый пешеходный переход. Сейчас мы покажем, что такое перекресток. А вот непосредственно мы подъезжаем к перекрестку регулируемому. Вот смотрите, сколько много светофоров. Видите? Тут, там. Раз светофор, два светофор, три светофор как минимум. А вот опять регулируемый пешеходный переход. Смотрите, слева один светофор и справа один светофор. Все, это не перекресток.